Привет, мои дорогие! У нас льет дождь 4 октября. В данный момент я уже потерялась в днях. Мой вес от большой нагрузки встал в эффект плато от шока и не падает уже третью неделю, к сожалению, хотя нагрузка очень большая. Я вообще не досыпаю, не доедаю, перегружена ужасно, потому что стартуем с новым шоу «Мулен Руж» через 2 недельки. И еще у нас большой танцевальный фестиваль, который я организую с Федерацией танцев, одним из организаторов. Я, и загруженность просто бешеная. Устаю, очень устаю. И вес не падает, к сожалению. Ну что ж, увидимся как-то скоро. Hello, мои дорогие. С вами просто богиня. Знаете, чем занимается хореограф в свой выходной день? Сегодня у нас воскресенье. И так как у нас активная подготовка к конкурсу, у меня сегодня 2 тренировки по 1,5 часа. Это жесть, друзья. Сейчас у нас на часиков... Сколько тут у нас? 13:15. Вот мои любимые детки. Детки, вы в воскресенье с удовольствием занимаетесь? Да. Да. Вот видите, как активно мои детки готовятся к конкурсу. Ну что ж, работаем. Конкурс мы вам обязательно покажем. Привет, от просто богини! Мы видим, что у нас практически 15:00. Сегодня у нас воскресенье. И что мы тут делаем? У нас сегодня что? Генеральная репетиция конкурса костюма. Вот так, видели? Какие у меня надрессированные мои женщины. Вот так, с вами просто богиня. Доброе утро, дорогие. Сегодня у нас понедельник, 9 октября. И сегодня реально холодно, была нулевая температура с утра. Сейчас 11:00 утра, и я еду подписать всякие договора, документы, выбрать всякие разрешения, патенты и так далее. Много-много дел по документам. Я их жутко не люблю, но, к сожалению, это часть моей работы. Ну что ж, мы продолжаем готовиться к новому шоу, шоу «Мулен Руж», которое уже стартует ровно через 5 дней. К сожалению, из-за всех организационных дел я не успеваю дойти до качалки, до спортзала, из-за чего жутко переживаю. Уже 6 дней я не была в спортзале. Скучаю по нем, скучаю по моим железкам, по моим гантелькам. Может быть, очень... Не переживаю за вес, так как кардионагрузок хватает, очень много тренировочек. А во всем остальном просто скучаю по спортзале. Ну что ж, я обязательно буду снимать все, что будет происходить до фестиваля, и вам покажу. Ребята, будьте со мной. Просто богиня вас любит. Народ, 12:00 у нас репетиция, и она еще конца и края нет. Все устали. София сказала не снимать, но я сниму. Вот, вы не верите? Смотрите. 12:00. 12. У нас репетейшн.
чувствуете в 12 часов ночи на репетиции? Я просто это самое. Офигел просто. Он просто офигел. Ой, ребята. Вот мои девчонки на готове. Наша труппа. Наш водитель спит. По-моему, водитель больше всего в блок залазит. Виолетта, что вы ищете? Я такая звезда. Не снимайте меня, да? Тут девочки у нас отдыхают. Все очень современные. Бизнес в телефонах. Как вы себя чувствуете перед концертом? Классно. Тут девочки уже фоткаются. Какая плоская здесь. Анита. Как вы себя чувствуете в первом концерте с Венус? Отлично. Вы не переживаете? Чуть-чуть. У вас слегка короткий маленький мандраж? Да, так в животе бабочки крутятся. Первый раз всегда бывает страшно. И бабочек бывает так много. Ну, посмотрим, посмотрим. Не накосячь. Желаем удачи. Мы готовы к шоу. Тадас, помахай. Что ты такой серьезный? Ты чего снимаешь, да? Вот наш директор. Директор наш. Директор, наш акробат. Так и будет. Он самый лучший акробат. Пришел, сделал такие фотки, расставил. Мы будем следующую неделю со Светом все работать. Девочки. А сейчас я должен там поработать сам. Все, мы готовы. Ни пуха. Просто богиня, и я вам сегодня показываю закулисье, так как я работаю. Моя основная работа – это наблюдение за большой шоу-труппой Винес. Идемте чуть-чуть их покажем. Вот опять сидит Виолетта. Она говорит, здесь сидит звезда, не мешайте. Ну, понимаете, одна блондинка. Девочки, как звери. Зеркало, там бывает и Винес. Девочки вечно к нему прилипают. Знаете, как эти вот мухи, которые не мухи, ночные бабочки, которые летят нас на свет. Так вот они как увидят зеркало, то это для них лучше, чем любой свет. Да, девочки? Да. Именно так. А вот одна радуется розочкой. Вы видите, нам подарили розы. Каждой. Мне не подарили, к сожалению, но я просто не выступаю сегодня. Наконец-то я просто смотрю. Одевайтесь. А я думаю, почему она так говорит Россия? Они из России. А вот так мы и станцуем, что нам дарят розы после танцев. Мальчик прибежал и подарил. Просто богиня. Наконец-то я вернулась в спортзал, в тренировочный зал. Я счастлива просто до глубины души, потому что я 2 недели не ходила в тренажерку. 2 недели я не была в зале, потому что была интенсивная нагрузка работы, фестивали, всякие организационные дела, новое шоу, ночные репетиции. Сна было по 2, по 2.
может быть, по 3 часика максимум в неделю. Знаете, я просто жутко устала. Но сегодня я дошла в спортзал, я очень рада. Я очень-очень рада, наконец-то иду к своему любимому занятию. Ну что, Лес, держись, я буду тебя сейчас сжигать. Oh my God, oh my God.